всех здесь присутствующих и всех ваших друзей на концерт под названием «Чудное мгновение», посвященный как раз юбилеям 225-летию Александра Сергеевича Пушкина, 220-летию Михаила Ивановича Глинки и 180-летию Николая Андреевича Римского-Корсакова, который пройдет в галерее Александра Шилова в субботу 30 марта в 18:00. У кого еще нет афишек, постеров, пожалуйста, имеются в наличии, можете по окончании концерта получить. Концерт очень интересный, очень динамичный и посвящен действительно вот этому знаменательному тройному золотому юбилею нашей культуры, литературы и музыки. И действительно, Николай Андреевич Римский-Корсаков, автор наибольшего количества опер из всех наших отечественных композиторов. Кто-нибудь знает? Ну, Наталья Владимировна знает все. Наталья 15 могу назвать. 15. Нет, не надо, потому что у нас, мы первые 14 сейчас не рассматриваем, мы рассматриваем его крайнюю заключительную оперу «Сказка о золотом петушке». И очень было популярно еще с 18 века, когда инструменталисты-виртуозы, которые сочиняли для своего инструмента, использовали популярные темы из опер для сочинения и для популяризации своего инструмента, и популяризации тем из опер, использовали как раз знаменательные арии, которые были популярны. Они брали их как темы и сочиняли на них вариации, парафразы, фантазии. И вот уже в середине 20 века замечательный скрипач-виртуоз Ефрем Цимбалист сочинил концертную фантазию на темы из оперы, из крайней оперы Римского-Корсакова «Сказка о золотом петушке». И так он ее назвал. Фантазия, концертная фантазия «Золотой петушок» для скрипки с оркестром сейчас прозвучит в версии для виолончели и фортепиано.